Добрый день, я Желудь. Через 100-200 лет, если повезет, стану большим и сильным дубом. Почему, если повезет? Да потому что вырасти мне не так просто. Я живу в национальном парке Угра. А вот и люди, которые собираются ко мне в гости. Это команда журналистов, Родников России, ВВФ и все те, кто решил помочь парку и нам, деревьям. Давайте я немножко расскажу, кто ко мне едет. Вода Родники России родом из мест, нетронутых цивилизацией. Рождается в Ессентуках и на Байкале, а теперь еще и в Калужской области, как раз вблизи национального парка Угра. Я очень жду вас. Ну когда же вы приедете? А, вот вы уже на месте. Вот тут и будут высажены 12 тысяч моих братьев. А это мой портрет на бутылке воды. Правда, таким я стану не сразу. Надо сначала прорасти в питомнике. Потом только я попаду в лес. И за мной надо тщательно следить. Хорошо бы мне достался ответственный лесник. Вот таким я буду через много лет. Хорошо бы, чтобы по всей стране таких, как я, стало много. Встретимся осенью в Угре, где в октябре мои братья подрастут в новом, красивом питомнике и будут высажены в лесу. Родники России посадят много деревьев. Это долгая программа, но мы, деревья, никуда не торопимся.